Господь к труду нас призывает, согреть весь мир святым огнем. Любовь Христа нас побуждает спасать людей, с Ним вместе мы идем. Как сладостна повесть любви, благословенна весть надежды. Средь мрака слез и бед Христос наш яркий свет. Спасать людей с Ним вместе мы идем. Бог с тобою всюди, ведь с тобою скрізь. Хоч яке би горе, страждання і смута по житті ти мені. Він завжди з тобою йде і до вічності веде. Тож відкрий йому серце своє та йди за ним скоріш. Бог завжди тримає міцно твою руку. Він веде тебе дорогою життя, тож ти не допускай і з ним розлуки, повір. Він чує всіх, він знає клич душі. Тож довірся йому сповна і від серця довір ключі. Бог з тобою всюди, він з тобою скрізь. Хоч яке би горе, страждання і смута по житті ти не ніс. Він завжди з тобою йде і до вічності веде, тож відкрий йому серце своє та йди за ним скоріш. А якщо відчуєш раптом ти тривогу, не турбуйся, бо знає Бог, що ти слабкий, і прийде до тебе він на допомогу. Вір, його рука спасе від небуття. Якщо Бог з тобою поруч, безпеці твоє життя. А він з тобою всюди, він з тобою йде. І свої вічні оселі в небі він тебе приведе. Сміло ти за ним крокуй, зло в житті своїм зруйнуй, і одержиш спасіння від Бога Отця на небесах. Сміло ти за ним крокуй, зло в житті своїм зруйнуй, і одержиш спасіння від Бога Отця на небесах. Доброе утро, возлюбленные братья, сестры, друзья, зрители онлайн-трансляции субботней школы. Мы рады вас приветствовать и благодарны, что вы присоединились к этой трансляции. Искренне желаем, чтобы участие в изучении Библии изменило ваше сердце, ваше мировоззрение, приблизило к Богу и принесло мир, уверенность в вашу жизнь. Несмотря на те обстоятельства жизни, в которых мы находимся в связи с пандемией, мы желаем, чтобы Господь укрепил ваше здоровье, чтобы Он дал успокоение,
и уверенность в Божьей защите и поддержке. Желаем, чтобы Господь благословил вас, вашу семью, ваших родных и близких. Сегодня, когда вы будете смотреть эту трансляцию, мы приглашаем, чтобы, как всегда, вы были не только зрителями, но и участниками. Участниками распространения вести о Боге в онлайн-пространстве. Для этого вам достаточно нажать кнопочку «Поделиться» или нажать кнопочку «Нравится», чтобы ваши друзья в Facebook, те, кто смотрит в YouTube, также в мессенджерах, могли присоединиться в просмотру и исследованию Священного Писания. Сегодня в офлайн пространстве, в физическом пространстве, я пригласил моих друзей. Это Светлану Башмакову, лидера следопытского движения в Молдавском унионе, а также Вячеслава Бекчиу, который является лидером издательского служения «Пастор Церкви». Добро пожаловать, спасибо, что вы сегодня с нами. Спасибо за приглашение. Мы продолжаем изучать книгу Исаии, удивительная книга, которая помогает не только узнать прошлое, но помогает узнать лучше Бога и Его план спасения не только для Израиля, но для нас с вами. И сегодняшняя тема, 11 урок, говорит о том, насколько Бог проявляет инициативу, усилия, побуждая народ ценить время и искать его, искать и улучшать отношения с ним. Сегодня мы будем говорить о том, как построение отношений человека с Богом влияет на его взаимоотношения с окружающими людьми, на время, на пост и на другие религиозные действия. Говоря о времени, скажите, какое особенное время ожидает молодежь Молдовы, подростков в ближайшие недели и этот месяц? Да, этот месяц, он особенный в молодежном служении, потому что это месяц социальных проектов с 13 по 19 марта, и каждый год есть особое название. В этом году называется «Протяни руку помощи». Это большая возможность для искателей приключений, для следопытов, для молодежи протянуть руку помощи разным людям, помочь, в чем они нуждаются. Также 20 марта – Всемирный день молодежи в нашей церкви, и с 20 по 27 марта будет молитвенная неделя в молодежном служении. Замечательно. Да, наполненный месяц. Созвучно нашей сегодняшней теме. Дорогие друзья, подростки, молодые люди, которые смотрите, протяните руку к Богу, протяните руку ближнему, будьте активными, ведь время весны – это время пробуждения, преобразования, и пусть не только природа преобразовывается, меняется, но пусть будут преобразованы и наши сердца, и наша жизнь. Измените жизнь окружающих вас людей, протянув к ним свою руку помощи. Станислав, а в чем особенность для церкви адвентистской в Молдове вот эти недели? Ну, наверное, стоит отметить, что это также время для евангельских кампаний. В принципе, что происходит сегодня на территории Молдовы? Происходит то же, что происходило и в нашем случае, в книге Исаия. Бог обращается ко всем людям, ищет их, приглашает к себе для того, чтобы дать им спасение. Поэтому сейчас служители церкви в Молдове, они идут, выходят перед церквями, перед людьми, перед гражданами нашей страны вот с этой вестью, с вестью о том, что Бог ожидает нас, чтобы они пришли. Спасибо. Буквально вчера вечером я был на подготовке трансляции, осуществлении трансляции программы «Вкус жизни» из Кишиневской первой церкви. Для меня поразило то, что в зале никого не было, но зрителей было много. И эти зрители были в живом в эфире, и также зрителей еще стало больше, когда они смотрели эту передачу. И я понимаю о том, что каждый человек, у кого есть в руках смартфон или доступ к интернету, может участвовать в распространении евангельской вести в интернет-пространстве, делясь своими друзьями, публикуя ссылку на эту программу. Поэтому, дорогие друзья,
евангельские программы в интернет-пространстве, они возможны и эффективны только лишь при активном участии продвижения этих программ вами, в ваших группах, на вашей странице, среди ваших друзей и знакомых. Пусть Господь благословит усилия евангелистов, усилия тех, кто распространяет, и пусть благословит молодежь и подростков, которые в этом месяце имеют особую возможность быть активными в служении людям и Богу. Приглашаю, чтобы мы обо всем этом вместе помолились. Пожалуйста, Светлана. Наш дорогой Отец Небесный, мы Тебе премного благодарны за Твою любовь к нам, за то, что Ты нашел нас в этом мире. Мы очень благодарны Тебе за детей, подростков, молодежь, которые в наших церквях. Ты знаешь, сколько вызовов стоят перед ними. Ты знаешь, сколько планов в молодежном отделе. Помоги им осуществить то, что Ты задумал для них. Помоги, чтобы они протянули руку помощи тем, кто находится рядом с ними, чтобы они были отзывчивые, чтобы они имели сочувствие к тем людям, которые нуждаются, и чтобы они принесли Твою любовь и радость окружающим. Также молим Тебя за все евангельские кампании, программы, которые проводятся на нашей территории. Ты говори через проповедников, говори через их уста, чтобы многие люди услышали Твою весть, могли откликнуться на Твою любовь. Также мы молим Тебя о этой ситуации непростой, с болезнью. Ты знаешь, что многие люди в Молдове болеют и взывают к Тебе. Господи, мы просим, чтобы Ты был рядом с ними, чтобы Ты облегчил их страдания, и чтобы они были спасены, были живы и могли славить Тебя и благодарить за все, что Ты даруешь нам. Просим Тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Книга пророка Исаии и 55 глава этой главы начинается с такого рекламного слогана, приглашения, которое мы можем найти в сети супермаркетов, когда какие-то акции, когда говорится, что вот в это время, в эти время праздники особое предложение, используйте, цените его, или особая цена, особая возможность. И Господь проявляет инициативу и обращается и говорит: ищите Господа, жаждущие, приходите, покупайте, ищите, когда можно найти его, призывайте его, когда он близко. Ищите, когда можно найти, ищите, когда он близко. Скажите, наверное, и для вас в свое время, в вашей жизни прозвучал вот этот призыв. Каков был ваш опыт поиска и Бога, и того, как вы его нашли? И когда он близко, когда Бога легче всего найти, в каких обстоятельствах жизни? Могли бы вы поделиться своим опытом? Когда-то я начала читать Библию так, просто для общего развития. Много о ней говорилось. Ну, мне хватило до полного Ветхого Завета, и я оставила эту затею на некоторое время. Но когда в жизни случился кризис, когда было очень тяжелые моменты в жизни, я стала искать Бога совсем по-другому. И слава Богу, что Он мне открылся. Спасибо. Ну, я бы хотел обратить внимание на первые слова первого текста. Бог обращается к людям, и, наверное, это приглашение актуально во все времена. Потому что, насколько мы знаем, книга Исаии была написана где-то 500-600 лет до первого пришествия Иисуса на эту землю, а это означает, что более 2500 лет назад. И важно отметить, что Бог обращается ко всем тем, кто жаждет. То есть люди, которые ищут, но, может быть, которые не могут найти. Ну, я хотел бы ваш опыт, да, что вы рассказали. Наверное, мой опыт начался еще с детства, потому что моя мама родилась в верующей семье. Мой дедушка был первый баптист
в нашем селе, в село Каплана. Правда, он умер очень рано, но мама нам еще с детства рассказывала, каким он верующим был, что его все любили, уважали и так далее. И вот она насадила тогда вот такую жажду по Слову Божьему. Хотя мы, у нас не было Библии, мы не читали, многого не знали, но дни проходили, месяцы, годы, проходили через разного рода проблемы жизни, и вот эта жажда, она становилась все актуальней и актуальней. И когда, я как-то рассказывал уже об этом, не хочу вернуться к этому, но когда я прошел через очень большой кризис в моей жизни, тогда Бог был особенно близок ко мне. И тогда я услышал Его приглашение, призыв прийти к Нему, и слава Богу, что Он мне помог это сделать. Спасибо. Удивительно, но истории людей, которые искали Бога, они похожи одним прилагательным. Когда было трудно. Тяжело, вот эти обстоятельства кризиса, то я искал, я возжаждал и стал близок к Господу. Мой опыт, опыт моих родных, друзей, собратьев и, наверное, опыт наших друзей, которые смотрят, он подтверждает, что мы свет ищем только тогда, когда нас окружает ночь. И чем глубже ночь, чем темнее, тем больше мы чувствуем неуверенность, зависимость, нужду в истинном свете нашем Господе. Если можно только пару слов, иногда общаешься с людьми, которые говорят, что они не верят в Бога. И когда я задаю один единственный вопрос, а как вы решаете душевные проблемы, когда у вас болит душа? И вот люди задумываются, они понимают, что не к кому больше обращаться, когда человеку трудно, плохо, как только к Богу. Да. Удивительно, поэтому Бог и создает эти обстоятельства. Допускайте эти обстоятельства в жизни и Израиля, и в жизни нас лично, и в нашего общества. И в своей милости и любви Он допускает, чтобы люди стали искать. Это может быть кризис разного плана, экономический, политический, личный, здравоохранение. В этих обстоятельствах Бог открывается людям своей любви и милости, и мы реально чувствуем Его и встречаемся лицом к Нему. И это не пустые слова, наверное, потому что, наверное, каждый из слышащих эту программу могут сказать, что есть что-то внутри человека, который взывает о Боге. Но не можем мы никак отрицать это. И если обратиться в историю, мы увидим столько людей, которые нашли Бога, и несмотря на проблемы, через которые они проходили через это с достоинством, с радостью. Итак, что значит вот этот удивительный, странный для некоторых и непонятный призыв. Идите и покупайте без серебра. Покупать что-то бесплатно, это как? Ну, предположим, что вы возьмете пищу, выйдете на улицу в большом городе и объявите голодным и бездомным. Друзья, все, у кого нет денег, все, кто голодный, приходите и покупайте. Все, кто голоден, все, у кого нет денег, приходите покупать. Как можно купить, если нет денег? Господь, наверное, не зря использовал это выражение «идите покупайте». Он хотел сказать, что это имеет ценность. То, что Он предлагает, имеет очень большую ценность. И небо заплатило за это очень большую цену, отдав Иисуса Христа. Ценность. Обычно человек ценит то, за что что-то чего-то стоит. Да. Если оно бесплатно, как говорится, бесплатно получил, это человек не берегут это. Но если он знает, что это дорого, то он к этому относится по-особенному. Почему Бог предлагает купить? Что купить? Что Он предлагает купить? Здесь говорится о вино, молоко. Что это хлеб. Значит? Хлеб. Если мы смотрим опять же на этот текст, кажется, что в нем есть противоречие. То есть идите покупайте и без денег покупайте. Как это возможно покупать без денег?
А дело в том, что проходящими вещами, тлеющими вещами нельзя купить Божье расположение к нам. Когда мы говорим о том, что, как уже отметила сестра Света, весть, которую Бог предлагает, она не имеет цены. Она, ее нельзя сравнивать ни с золотом, ни с серебром, потому что все это ржавеет, пропадает и так далее. Но то, что предлагает нам Бог, это не имеет цены, потому что цена, которая была уплочена за наши грехи, это была кровь нашего Спасителя Иисуса Христа. И если вы заметите, в послании к Ефесянам апостол Павел сравнивает то, чем Бог платит за наши грехи, с Агнцем Божьим. То есть Бог искупил нас своей праведностью, своей святостью, своей любовью. То есть никакого порока, никакого, что могло бы вызвать какое-то сомнение в этом, отсутствует. Бог дал нам все то, что является только святым. И Он дает это нам даром, хотя Он за это заплатил огромную цену. Но что касается вина, хлеба и так далее, то мы можем сказать, что на Ближнем Востоке в те времена дом, в котором все это был благословенный дом. Вино, молоко, хлеб и так далее. Это был благословенный дом. Поэтому Бог говорит, если вы хотите, чтобы у вас были все эти благословения, придите ко мне, пейте, ешьте то, что я вам предлагаю. То есть, первое, спасение, благословение, самое большое благословение от Бога, оно дается людям даром. Человек не должен быть что-то сделать, чтобы получить. Он не должен быть хорошим, чтобы заслужить. Он не должен исполнять какие-то заповеди, какие-то предписания, чтобы обладать этим благом. Бог это дает даром. Но чтобы человек ценил, чтобы он понял, какова цена этого дара для Бога, он, Господь открывает эту цену. Парадокс в том, что в то время, когда Бог предлагает это даром, человек все равно пытается чем-то заслужить вот это спасение. Он пытается прийти перед Богом с какими-то своими личными заслугами, чтобы приобретать вот эту благость, спасение, которое дает Бог. И вот в этом парадокс. Бог говорит, идите, возьмите даром, а мы пытаемся что-то сделать для этого. Скажите, пожалуйста, по отношению со стороны Бога цена этого дара спасения – это была жертва Иисуса Христа. А что Господь ожидает от нас? От людей, когда он говорит «купите», он что мы можем, да, чем что мы можем? Мы можем отдать свое сердце, да, Богу. Это полное наше посвящение, самоотдача для Бога, и послушание Богу. То есть это средство получения дара или отклик на получение? Отклик. Это только отклик. То есть мы, когда мы видим, когда мы понимаем, насколько Бог любит нас, насколько велика жертва, тогда мы хотим выразить Ему свою любовь, свое посвящение. И текст Петра Ефесянам, что вы куплены дорогой ценой, поэтому все, что вы делаете, славьте Бога, поступайте правильно. Иисус говорит, если любите меня, соблюдите соблюдите заповеди. А почему мы любим Бога? Потому что Он нас возлюбил. В сравнении это выглядит еще интереснее, потому что почему апостол Павел приводит текст в Ефесянах, что не серебром и не золотом были искуплены, а драгоценной кровью Иисуса Христа. Опять же, на Ближнем Востоке в те времена рабов можно купить за золото, можно было купить за серебро. Но когда мы говорим о спасении, когда мы говорим о вечной жизни, то ничем абсолютно на этой земле невозможно. Мы не можем, невозможно купить спасение Бога. Спасение можно, ну, я может быть, осмелюсь сказать, что Бог согласен на то, чтобы взамен на то, что Он нам дает, взять наши грехи.
То есть то, чем мы можем платить Богу, это просто прийти к Его ногам и сказать: «Господи, а что я могу Тебе дать, кроме своих грехов? Потому что именно они мне мешают спастись, поэтому я возложу их к Твоим ногам и хочу взять то, что Ты даешь мне». Человек, история Иисуса и женщины, которая грешница, пришла в дом, чтобы выразить свою благодарность и свое посвящение, говорит о том, что чем больше человек ценит Божий дар спасения, который Бог дал даром, тем больше у него отклик. Тот, кому больше прощают грехов или долг, тот больше испытывает благодарность и посвящение. И, наверное, это не от того, сколько за нашими плечами количество грехов, нарушенных законов, а, наверное, то, как мы воспринимаем свою жизнь в контексте Библии, в контексте характера Бога. Наверное, уместно сказать то, что сказал и Павел, когда он сказал, что первый из грешников он. И, наверное, это единственное место в Писании, с которым я не согласен, потому что я считаю, что я самый грешный человек. И неважно, сколько я грехов совершил в этой жизни, важно то, что я понимаю, что этот грех разделяет меня с Богом. И если я это понимаю, я осознаю свою нужду в Божьем спасении, то есть нет другого пути спасения. И жертву, которую Бог дал для спасения человечества, она не может быть сравниваемой. То есть она ни с чем не сравнивается абсолютно, потому что она вне всякого сравнения, вне всякого сравнения. Поэтому это очень важно для нас, когда мы признаем, что мы являемся самыми грешными людьми, и тогда мы поймем, насколько важно для нас это спасение. Спасибо. Итак, наша жизнь. Мы находились во мраке, в стеснении, в рабстве, подобно как Израиль в свое время в Египте. Нам было тяжело, мы воззвали к Господу, Он нас спас, Он открылся нам в своей силе, любви, милости, защите. Он выводит нас, и после того, как Он вывел нас, Он говорит: «Я Господь, Бог, который вывел тебя из рабства, из Египта, из тьмы, из страданий». И Он говорит, другими словами: «Я тебя возлюбил, я вот так к тебе отношусь». А ты спрашиваешь, что ты можешь сделать? И дальше Он говорит, чем мы можем выразить свою любовь. Чем мы можем выразить свою любовь по отношению к Богу, по отношению к близким? В 58 главе книги пророка Исаии мы читаем о том, как люди относились, подходили к вопросу поста. И тут целая глава говорит о посте. И для нашего современного человека это известно, особенно в Молдове, Великий пост, и православные, и адвентисты, и баптисты, все люди знают, что такое пост, и практикуют ее в своей жизни. Но тут вопрос: почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Как люди подходили к вопросу поста вот в этой главе, в этой истории взаимоотношений человека с Богом? Ну, люди одинаковые, как тогда, и как и сейчас. И так они предполагали, наверное, что, отказываясь от пищи, они делают какое-то, ну, как одолжение Богу. И Он непременно должен их ответить, их услышать. И вознаградить их за этот подвиг физического ограничения. То, Бог... что они себя чего-то лишили. И когда Бог им не отвечал, они задались вопросом: почему мы постимся, а ты не видишь? И это действительно... очень интересно, нужен ли Богу такой пост? И сегодня люди очень как-то очень узко относятся к понятию поста. Как сегодня порой люди воспринимают пост? Зачем постятся наши современники, наши, может быть, друзья, собратья? Вот какие вы слышали
мотивы? Вы знаете, я часто, когда беседую с другими людьми, других конфессий, и они спрашивают, а вы поститесь в вашей религии? Я сразу спрашиваю, а как вы понимаете, что такое пост? И в основном люди путают понятие голодовка с постом. Это совершенно, говорю, разные понятия. Пост это охватывает, настолько это широко охватывает. И вот в 58 главе очень хорошо написано, что такое пост. И это нужно исследовать свое сердце. Это нужно от чего-то отказаться. Это как нужно? А как, да. А как бывает? А как бывает? Я хочу поехать, получить работу за границей. Есть много препятствий. Я буду молиться и поститься, чтобы Господь дал мне эту работу. Человек имеет план, он хочет, мечтает в его осуществлении, он видит препятствия, он хочет повлиять на Бога, и для этого он говорит, Господи, ну, я буду молиться, ну, что еще нужно? Могу еще поститься. Если я буду голодный, ты увидишь, наверное, насколько я сильно хочу этого, или ты оценишь мою молитву. Некоторые думают, что молитва, если ты голодный, то легче молиться. А некоторые говорят наоборот, говорят, я когда голодный, то я молиться не могу, только о еде кушаю и думаю. И я жду, когда закончится время поста, чтобы я мог покушать. Я весь время поста я думаю о еде. О чем нужно думать? Для чего Бог установил пост? Какая цель поста, истинный пост? Ну, наверное, в первую очередь нужно сказать о том, что пост имеет духовное значение. Когда мы говорим о Библии, когда говорим о библейском посте, мы придаем ему духовное значение. Что это означает? Пост – это не что иное, как осознание твоей зависимости от Бога. И не только того, что касается здоровья там, или работы, как вы говорили, но и осознавание своей немощности что-то изменить в своей жизни, когда идет речь о том, чтобы строить какие-то отношения. И отношения, сейчас я говорю об отношениях с Богом. Также пост должен дать нам понять или помочь нам понять, что Бог, с которым мы имеем дело, это праведный Бог. И что этот праведный Бог требует от своих детей не так, как в этом случае в 58 главе, потому что я не побоюсь сказать, что те люди, которые перечислены здесь, это духовные лицемеры. И я очень боюсь, чтобы эти слова не относились и ко мне, потому что иногда мы используем пост в таком же контексте, который использовали в то время. И третье, что вы уже подчеркнули, это очень важный момент, что пост должен осознавать мою нужду в очищении моем. И когда ты осознаешь лучше, чем тогда, когда ты голоден, потому что тогда мозг работает по-другому. Все силы нашего мозга направлены именно на того, чтобы размышлять над этими темами. И, конечно, пост имеет цель реформировать нас, изменить нас, то есть приблизить нас ближе к Богу и войти с нашим Господом в тесные духовные отношения. Поэтому, когда мы говорим о библейском посте, о духовном посте, я думаю, что это очень важно отметить. Спасибо. В своей жизни, наверное, каждый из нас вспоминает опыт, когда ты чем-то настолько обеспокоен, будь то поиском чего-то или решение какой-то проблемы, будь то даже самый обычный материальный. Люди идут на рынок, покупают дорогую вещь или ищут какую-то вещь, они не думают о еде, они не думают о том, что там время, они обеспокоены этим. Или работа, или проблемы в семье. Наверное, когда человек обеспокоен поиском Бога,
и своим взаимоотношением, улучшение взаимоотношения с ним, для него вопрос еды становится на втором, на третьем, да. И да, он и не думает о еде, потому что он думает о другом. Поэтому, наверное, истинный пост, он состоит из того, суть его в том, что человек в своем духовном поиске Бога, он оставляет еду, а не оставляет еду для того, чтобы манипулировать Бога или повлиять на действия Бога. А это подразумевает отказ от своего личного «я», потому что в такие моменты ты начинаешь думать о других, но не о себе. И поэтому как бы Бог в 58 главе чуть дальше говорит. Как, вот он, как Господь смотрит на вот этот вопрос, на пост с человеческого да. точки зрения? Бог хочет помочь понять нам, что нужно ставить акцент не на форму поста, то есть не на внешнюю сторону, а на внутреннюю сторону. Насколько твое сердце расположено помогать другим? Насколько твое сердце расположено переживать за других, быть с ними, молиться с ними, помогать физически, духовно и так далее. То есть Бог ставит акцент на практическую сторону нашей жизни. Я буквально несколько дней получил одну проповедь, и вот пастор в этой проповеди спрашивает, почему мы столько лет читаем Библию, почему мы столько лет молимся, почему мы столько лет слушаем проповеди, если мы остаемся такими же. Это очень важный вопрос. То есть религия или Библия, Слово Божие, оно должно изменить сначала наше внутреннее, а потом наше внутреннее проявится во внешнем. Но мы пытаемся делать что? Но, показать себя с внешней стороны. Но самое простое – это фасад, фасадные работы. Да. Нам проще побелить, покрасить, сделать фасад, чем менять фундамент и стены. И вы знаете, сегодня эта философия работает, в магазине идешь. Везде в красивой упаковке, но когда ты открываешь и начинаешь читать, то внутри там оказывается, что не совсем но хорошо. Но Христос это видел, и Он обещал, говорит, горе вам, ваш фасад, ваша внешность, вы как гробы подбеленные, а внутри наполнены мерзости. В чем отличие набожного религиозного человека, который блюдит формы, молится, может быть, и жертвует, и какие-то обряды исполняет от истинного последователя Христа? В чем проявляется истинное ученичество, истинное христианство? Ну, если вы мне позволите, я прочитаю из этой же 58 главы в третьем тексте. «Говорят они, или не видишь ты, как мы молимся, знать не хочешь, как смиряем себя». И дальше Бог говорит, «Да вы же в день поста своей корости ищете, и работников своих угнетаете. Посты ваши к ссорам и раздорам ведут, руки распускаете в злобе. Будете впредь так поститься, не услышит голос ваш в небесах». То есть, опять же, Бог здесь ставит акцент на ошибочное понимание проявления нашей религиозной жизни. Потому что наша религиозная жизнь, она проявляется на практике. Не зря Иисус Христос сказал, когда Его спросили, какая самая наибольшая заповедь, что сказал Бог? «Возлюби Бога своего всем сердцем, всей душой и возлюби своего ближнего». То есть нельзя ни в коем случае любить людей, если ты не любишь Бога, если ты не любишь заповеди Его, если ты не понимаешь, какая цена за тебя была уплачена. И только тогда, когда ты все это понимаешь, у тебя полностью меняется сознание. Спасибо. Да. Бог называет религиозных людей, они внешне соблюдают все. Набожные люди такие. Но очень хорошо написано о них в 58 глава, вот второй стих. Вот это такое, как бы народ, поступающий правильно. Как бы верующий. Как бы верующий, да, вот это слово очень много значит. А настоящий христианин, это он действует из сердца, да, из... Почему вот совсем такие по-другому действия, которые перечисляет Исаия, это материальная помощь, это примирение, это поддержка голодных, нуждающихся. Почему это является частью истинной религии? Почему мы так должны поступать?
Потому что в таких примерах проявляется наша забота о людях. Мы люди материальные, мы нуждаемся в материальном. И когда мы не думаем только о себе, но думаем о людях, которые в этом нуждаются. Но социальные службы, они тоже заботятся. Есть множество социальных служб государственных, которые тоже заботятся о голодных, о бедных, о сиротах, о вдовах. Чем наша забота об этих нуждах отличается от заботы социальных служб? Мы делаем это, потому что Иисус так делал, потому что мы Его ученики, потому что мы Его любим. Мы не ждем какого-то вознаграждения или какой-то похвалы, или кто-то, чтобы сказал что-то хорошее. Мы делаем, потому что у нас Бог такой. Это не наша обязанность. У нас нет цели, чтобы благодаря вот этой благотворительности люди стали разделять наши религиозные убеждения, пришли в церковь. Мы это делаем только потому, что люди нуждаются. Мы делаем это, потому что мы любим людей. И если ты это делаешь без любви, то это обязанность, это повинность, религиозная повинность. Ты должен это делать, потому что христианин. Отличает мотив «я люблю». Если любишь, то ты хочешь. И вот что чувствуют люди, которые это делают? Что Исаия говорит о настроении, о здоровье, о эмоциях людей, людях, которые изменяют жизнь окружающих, помогая пищей, голодным, раздетым, нуждающимся? Что произойдет с человеком? Вы знаете, я хотел бы, прежде чем сказать еще пару слов. Дело в том, что и фарисеи в прошлом делали добрые дела. Если читаете историю, то можете находить, что они хоронили бедных без денег, без копейки и так далее. Но я хочу вам сказать, может, это будет звучать немножко непривычно для нашего уха, но делать добро без Бога – это грех. Почему? Потому что человек, который делает это без Бога, без осознания того, что Богу это нравится, что Бог это любит, это практически означает, что я должен себя каким-то образом проявлять в этом. Должны все вокруг трубить, насколько я хорош, насколько я добр и делаю людям. А Бог говорит, если ты это делаешь, то мне такое не нужно. То есть кого люди прославляют? Тебя видят в этом видят тебя или видят Бога? Да, поэтому это очень важно, когда мы что-то делаем, когда мы подходим к таким вопросам, нам нужно в первую очередь осознать наши отношения с Богом. Чем я мотивирован? Почему я иду? Почему я это делаю? Почему я кормлю, пою, одеваю и так далее? А потому что Бог любит этих людей, потому что они Его дети. Спасибо. Господь говорит о благословениях людей, которые истинно проявляют любовь и заботу. Они испытывают удовлетворение, радость, исцеление их возрастает, кости их уточняются, кости – кровотворный орган, ответственный за иммунитет. У них здоровье отменное, потому что когда ты отдаешь другим, ты чувствуешь от этого радость. Удовлетворение, счастье, потому что ты можешь кому-то помочь. Ты живешь не зря. Люди, я сталкивался с людьми, которым за 80 лет, и они живут полноценной жизнью, счастливой, потому что они, выйдя на пенсии, они организуют сообщества, такие благотворительные, и они собирают гуманитарную помощь, они отправляют, и когда они видят, что могут что-то помочь другим, то они счастливы, довольны и живут, и живут, и живут, потому что они живут не даром. И последняя часть нашего исследования – это посвященная времени. 13 стих говорит о субботе. Пост – суббота. Мы поняли, каким должен быть пост, в чем смысл поста и цель поста, а вот каким должна стать для людей суббота по замыслу Бога? Это должно быть самое радостное время. Это время встречи с Богом, это особое время, когда мы можем
разговаривать с Ним, можем общаться, можем размышлять. И можем делать добрые дела. И это приносит нам большую радость. Это светлый день. И в 58 главе 13 стих там два раза отмечено именно о субботе. В одном стихе в 13 два раза отмечено о субботе. И я очень часто читала эти стихи 13 и 14, потому что они настолько особо объясняют, что мы должны делать, что мы не должны делать в этот день, какой этот день должен быть для нас. По замыслу Бога это должен быть отрада, приносящий удовлетворение, радость, отделенный. Скажите, а что нужно, чтобы человек воспринимал субботу не как обязанность, чтобы он не соблюдал субботу, думая о том, что нужно или что, чего нельзя, а праздновал? Какие элементы, какой подход помог бы человеку исполнить замысел Бога в отношении субботы, чтобы это стало особым радостным днем единения человека с Богом и с людьми? Ну, наверное, читая эти тексты, мы можем понять, что ошибка израильского народа заключалась именно в том, что они не понимали, что такое суббота, почему Бог ее оставил. И я убежден, что наше возрождение начинается только тогда, когда мы осознаем, почему? Потому что когда мы говорим о субботе, мы говорим о времени, мы говорим о 24 часах. А что это означает? Света немножко акцентировала это. 24 часа этого времени – это время нашего общения с Богом. Когда мы общаемся с Богом, то тогда у нас исчезают всякие вопросы, что мы должны делать и что мы не должны делать. Потому что, когда я был молодым и шел на свидание к моей будущей жене, о чем я думал тогда? Только о ней. Мне просто… Иногда мы, если часто приходил к ней на свидание, мы иногда просто сидели возле друг друга и молчали. А почему? А потому что это было приятно. Это не было обязанностью. Конечно, ни в коем случае. Это было преимуществом. Я помню, работал, потому что она с России, я поехал туда на уборку. Я работал до 11 часов ночи. Нас машина забирала, где-то привозила нас в общежитие, где-то около 12, иногда даже в час ночи. И я ходил туда. Почему? Она уже спала, я стучался, она выходила, сонная. Но мне просто было приятно с ней посидеть рядом хотя бы часик-второй. Когда мы поймем, что суббота Богом дана для того, чтобы мы общались с Ним, ну что может быть приятнее? Что может быть благословеннее, чем общение с нашим Господом? Вы сказали 24 часа общаться. Это что значит? 24 часа молиться или 24 часа читать Библию? В чем смысл общения человека с Богом? Какими пути общения можно использовать? Ну, наверное, нужно отметить, что суббота не только общение, но и размышление. А размышление о чем? О том, что Бог есть наш Творец. Я иногда пытаюсь представить себе, а о чем размышляли в субботу Адам и Ева, кроме того, что они встречались с Богом. А потом, когда читаешь некоторые христианские книги, а там написано, что они просто восхищались творением Божьим. То есть суббота для того, чтобы мы восхищались нашими отношениями в семье. То есть общение в семье. Общение в семье, конечно, без с этого. С близкими, родными. Вся неделя мы без выходных, только о работе. Здесь есть возможность больше, глубже пообщаться со своими родными, близкими. Не по поводу домашних заданий, уроков или обязанностей, а просто наслаждаться отдыхом на природе, наслаждаться возможностью вспомнить то, что они слышали на богослужении, возможностью помочь людям. Да. Ведь когда мы помогаем людям, мы чувствуем эту радость, а когда ты это делаешь, разделяешь радость помощи другим и со своими близкими, родными, эти отношения укрепляются. Сегодня исследования говорят, что счастливый человек – это тот, кто помогает другим. Но оно очень тесно связано с субботним отдыхом. Очень тесно связано с субботным. Поэтому Бог нам дал это время для того, чтобы мы его получше узнали, чтобы мы его воспринимали как спасителя. Но если ты воспринимаешь Бога как спасителя, то в контексте греха, то ты понимаешь, что вот этот спаситель, этот творец, он ожидает, чтобы
ты передал эту радость другим. А как ее можно передать человеку, который не кушал 3-4 дня? Спасибо. Чем принести ему еду и дать, чтобы он покушал. Спасибо. Итак, завершая наш урок, мы видим о том, что человек, который находит Бога, это сокровище, который приближается к Господу, обретает радость, которой он делится с другими. И соблюдение поста для него является не просто временем ограничения в еде, но возможностью силы и средства, которые он сохранил от еды, поделиться с тем, кто голоден. Суббота – это становится не только временем, не просто временем запретов, чего можно, чего нельзя, но особым днем, когда человек может радоваться поклонению Господу, а также со своей общение со своей семьей, когда он может делиться истиной о Боге, распространяя газеты или книги, когда он просто может прийти послушать тех, кто нуждается в утешении, когда он может поделиться куском хлеба с тем, кто голоден, и испытывать от этого удовлетворение, радость и счастье. Дорогие друзья, пусть Господь поможет нам, оценив жертву Божьей любви и испытав эту любовь на себе, искренне до конца делиться этим с окружающими, так, как это делал наш Господь. Приглашаю, чтобы мы вместе об этом молились, посвящая свою жизнь, свои сердца, свои таланты Господу и служению людям. Помолимся. Пожалуйста, Александр. Наш любящий Небесный Отец, мы благодарны Тебе за это прекрасное время, когда мы собрались вокруг Твоего Слова, за то, что мы имели возможность размышлять над этим Словом. И благодарим Тебя за то, что мы смогли увидеть всю Твою красоту, Господи, красоту характера, которое должно проецироваться на каждом человеке на этой земле. Поэтому сегодня мы благодарны Тебе за то, что Ты помог увидеть, насколько Ты желаешь быть близко к людям на этой земле, которые согрешили против Тебя. И которых грех отделил от Тебя. Ты приглашаешь сегодня и говоришь: идите все ко мне, идите и примите ту радость, ту любовь, которую я хочу дать вам. Господи, мы благодарны Тебе за то, что Ты помог нам лучше понять сегодня значимость субботы, значимость поста в контексте Слова Твоего. И мы благодарим Тебя за то, что каждый раз Ты пытаешься помочь нам быть более духовными людьми, быть более полезными в Твоих руках и для людей, которые Тебя еще не знают. Господи. Поэтому помоги нам быть благословением для этого общества, быть солью, быть светом, чтобы люди, видевши нас, видевши нашу жизнь, захотели прийти к Тебе, потому что Ты есть Тот, кто сотворил и кто спасает. Поэтому благослови и будь прославлен Ты отныне и во веки веков во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Благодарны за то, что оставались с нами до конца, за ваше внимание, активность и желание притворять в своей жизни все то, что слышите, то, что читаете из Священного Писания. Пусть Господь в этом обильно вас благословит. До встречи в следующей субботе для исследования Священного Писания. До свидания. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Когда разрушенной мечтой однажды станет жизнь моя, услышу нежный голос твой своею любящей рукой. Обнявшись, скажешь ты: мое дитя. Стремительно взлетая ввысь, на крыльях веры я лечу, а между тем земная жизнь меня так сильно тянет вниз.
что противостоять я ей не могу. Я вижу не свою любовь, открой глаза мои и дай увидеть свет. Я поражен грехом, не буду вновь в тебе залог. Побед в тебе залог моих побед. Я заблудившись в суете, коплю себе на черный день, не зная, что богатства все в сравнении с жертвой на кресте лишь бренье одно и грешного тень. Я вижу мне свою любовь, открой глаза мои и дай увидеть свет. Я поражен небесах, даешь мне силу жить, превозмогая страх. О мой Господь! Свою любовь открой глаза. Дать Богу первое место в жизни не всегда легко. Чему мы можем научиться у Есфири? Как ставить Бога выше всех иных приоритетов? Когда Есфири пришлось принять участие в отборе, который в конечном счете сделал ее царицей Персидской империи, сколько, должно быть, сомнений терзали ее сознание. Представители ее народа были изгнанниками с незавидными перспективами. Казалось, Бог оставил их во власти персов. Есфири обладала не только внешней, но и внутренней красотой. Даже суровый владыка Персии смог разглядеть это, поэтому избрал ее, сделав своей царицей. Есфирь наслаждалась жизнью, о которой могла только мечтать. До тех пор, пока обманутый своим советником царь не дал свое согласие на издание указа об истреблении всех иудеев. Есфирь не отступила перед лицом опасности, решив молить царя о пощаде. Тяжело хранить верность Богу, когда приходится буквально выживать, борясь с бедностью. Однако богатство и власть зачастую отдаляют людей от Бога. Будем ли мы хранить преданность Богу, когда обладаем большим влиянием и средствами, чем те, кто нас окружает? Последуем примеру Есфири. Она сказала: «Пойди и собери всех иудеев, и поститесь 3 дня, и я с служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, если погибнуть, погиб». Есфирь нельзя назвать безрассудной. Она боялась, но, рискуя жизнью, проявила отвагу. Она была готова пожертвовать жизнью ради спасения своего народа.
Ее слова «Если погибнуть, погибну» запечатлены в истории народа Божьего, чтобы вдохновлять тех, кто на протяжении веков стоял перед подобным выбором. Чем закончилась эта история, мы знаем. Исфирь поставила Бога на первое место. Ее пример побуждает нас поступать так же. Возвращая десятинные пожертвования, мы подтверждаем приоритет Бога в нашей жизни. Немного слов и быть поддержкой для других, для слабых духом и больных, им проявить любовь. Попавший в плен суеверий, открой сердце дверь. Стань приютом и к Богу обрати. Верой и силой искупления ты увидишь исцеление его души. Огонь любви и добра, только поверь, чудеса и живи, меняя все вокруг себя, потому что это чудо жить любя. Это чудо жить любя.
Как уже традиционно повелось, март очень активен в отделе молодежного служения. И он касается всех 5 направлений, которые охватывает этот отдел. Это клуб искателей приключений, клуб следопыт, клуб амбассадор, служение адвентистской молодежи и, конечно же, служение адвентистских студентов. Сегодня я хочу вам не просто рассказать о нашей весенней активности, но и пригласить вас к активному участию в предложенных мероприятиях. Итак, с 13 по 19 марта у нас будет проходить неделя молодежного служения, а 20 марта у нас будет большой праздник, Международный день молодежи. И 20 же марта начнется молодежная молитвенная неделя. Кстати, подробная пошаговая инструкция и информация, а также некоторые идеи для проведения находятся на сайте yamola.info в меню мероприятия в папке «Международный день молодежи 2021». Но вкратце сегодня я хотел бы вас познакомить, что нас ожидает в марте. Главным девизом недели служения и Международного дня молодежи будут слова «Стань проповедью», «Стань ногами и руками Иисуса Христа и принеси помощь, утешение и сострадание в дома людей, кто в этом нуждается». Особое внимание в этом году мы приглашаем вас обратить на людей разных культур, рас и сообществ и протянуть им руку помощи. И, конечно же, обязательно фотографируйте и снимайте видеоклипы, видеоролики, как отчет о вашей активности. И эти отчеты высылайте лидерам молодежи ваших конференций. Чуть позже я скажу, зачем это нужно. Сам Международный день молодежи будет состоять из 3 частей. На страницах Фейсбука отдела молодежного служения Генеральной конференции Евразиатского дивизиона будут 3 часовые программы. Расписание, кстати, в письме, которые будут охватывать всю территорию нашего земного шара и рассказывать о деятельности молодежи по всему миру, и это первая часть. Вторая часть в течение 24 часов 20 марта на интернет-ресурсы отдела молодежного служения Генеральной конференции будут закачиваться видео и фотоотчеты со всего мира об активности и деятельности молодежи. И в течение получаса будет закачиваться информация и о деятельности молодежи нашего дивизиона. И вот здесь как раз пригодятся ваши видео и фотоотчеты, которые вы пошлете лидерам молодежи вашей конференции. И третья часть. Из лучших материалов, которые мы получим, будет создан часовой фильм об активности молодых людей по всему миру. И 20 марта мы также начинаем молодежную молитвенную неделю для молодежи, для подростков. Материал также есть на сайте yamola.info. Сегодня хочу обратиться к разным категориям людей, которые меня слушают, и пригласить вас к активной подготовке и участию в нашей весенней активности. Если вы пастор, вдохновите вашу молодежь на участие в этой акции и спросите, какую активность они уже запланировали. Если вы лидер любого из 5 направлений молодежного отдела, то вместе с ребятами решите, как вы будете осуществлять служение в рамках этих инициатив. Если вы член клуба искателей приключений, или следопыта, или амбассадора, или просто молодой человек, прямо сейчас позвоните вашему лидеру и спросите у него, как вы лично можете помочь и поучаствовать в проведении назначенной акции. А если вы просто человек любящий и переживающий за молодое поколение, предложите свою помощь и молитесь за активное вовлечение в служение молодого поколения. Помните, Господь призывает вас стать своими ногами и руками не только в марте, но быть ими всегда. Но в марте, по-особенному, объединившись, мы сможем оказать доброе влияние и помочь тем людям, кто в этом действительно нуждается. Мы всех вас приветствуем, уважаемые братья и сестры. Мы счастливы, что у нас есть чудесная возможность снова быть вместе, снова молиться и снова изучать Священное Писание. Март месяц особенный в служении молодежного отдела. Неделя молитвы молодежи объединяет молодежь всего мира. Но до недели молитвы каждый год предшествует неделя молодежного служения. Около 10 миллионов молодых людей со всего мира объединяются для того, чтобы служить нуждам людей. И в этом году у нас снова звучит призыв помогать всем тем, кто нуждается.
На самом деле тема молодежи всегда остается актуальной для церкви, современной церкви, где мы замечаем, что интерес молодежи детей к церкви не так уж и высок. Сегодня статистика показывает, что 50-70% молодежи покидают местную общину. Да, они не покидают дивизион или генеральную конференцию, они покидают местную общину, потому что отношения молодых людей и членов церкви не всегда складываются. В моем недавнем опросе, проведенном здесь, на территории Молдовы, показывает, что 64% молодежи отмечает, что церковь не готова принять молодых людей в свои ряды. И сегодня я хотел бы вместе с вами, читая Священное Писание, увидеть, что предшествует падению и что способствует воскрешению, так скажу, молодого человека для Бога. Группа Марна отмечает целое исследование, указывая на 6 основных причин, почему молодые люди уходят. И вот, что он отмечает. Во-первых, этому способствует гиперопека, то есть защита молодежи от всех-всех других течений и философии. Церковь не допускает молодежи знать, а что же еще в этом мире происходит, чему учат, и изолирует ее от внешнего мира. Вторая причина – это поверхностный опыт церковной жизни. 31% молодежи указывают, что им скучно в церкви, потому что они не вовлечены в церковные процессы. И следующая причина. Церковь противопоставляет себя науке. Многие из ее заявлений не являются научными, или она не сотрудничает с научным миром. Следующая причина – субъективное отношение церкви к вопросам интимной жизни. Церковь не готова принять молодых людей, которые ошибаются, и не открыто не заявляет о своей позиции и не воспитывает в этом отношении молодых людей. Еще одна причина, что церковь противопоставляет себя против всех остальных людей инакомыслящих. И последней, она враждебна к тем, кто мыслит иначе. На самом деле эти факторы влияют на молодых людей, и хотим мы того или нет, каждый молодой человек – это не чистый лист, на котором можно написать то, что мы считаем нужным там написать. У каждого молодого человека есть свои опыты счастья или печали, сомнения или глубокой веры. И каждый молодой человек – это не то, что мы хотим, а это уже определенная личность. И вот с этой личностью необходимо нам взаимодействовать для того, чтобы оказать на нее влияние, чтобы услышать и для того, чтобы быть способным вести здоровый диалог. Священное Писание не раз указывает на то, что в церковь нужно привнести детство и молодость. Хочу вам сказать честно, что наши церкви очень сильно повзрослели, не только отмечая возраст тех, кто посещает церкви, но и отмечая и образ мышления, стиль богослужения, и ту атмосферу, которую создают члены церкви. Мы очень повзрослели, мы стали очень серьезными. И вы знаете, мне очень вспоминается первое столетие, когда саддукеи, фарисеи и другие опытные мужи, защищающие истину, проведующие Пятикнижие, Писание Ветхого Завета, были настолько серьезны, что очень тяжко стало людям вообще быть верными Богу. Многие даже считали, что это невозможно, что нужно быть очень святым и очень серьезным. Даже улыбаться было не кстати. И вот в этот мир серьезности приходит младенец Иисус. Маленький мальчик, который улыбается, открыт для жителей Назарета, который приходит в храм 12 лет и ведет свободную дискуссию, и многие мужи смущаются. Не хватает детства, не хватает юности в нашу жизнь, не хватает этой простоты. И вот Иисус, придя на эту землю, очень часто пытался внести вот в эту взрослость смех и детскую улыбку. Ученикам очень серьезным, которые занимались тем, чтобы решить, а кто больше, кто меньше в Небесном Царстве, Он поставил перед ними дитя и сказал, если не будете как это дитя, то вы не войдете в Небесное Царство. Женщинам, озабоченными бытом, переживающими о том, что есть и что одеться, Он говорит, будьте как дети,
Вы же видите, что эти лилии полевые, которые цветут, они превзошли Соломона в красе своей. И далее Иисус указывает на целый ряд причин, показывающих, что каждому взрослому нужно немножко детства. Каждому взрослому нужно немножко молодости. Я хотел бы сегодня сказать, что каждой церкви нужно немного детства. Нужно привнести в нашу серьезность это детство. Нужно привнести в нашу угрюмость эти улыбки. Нужно привнести в нашу стабильность вот эту неопределенность положительную, детскую, доверчивость и веру. В Священном Писании есть очень интересный случай. Этот случай описан в книге «Деяния апостолов» в главе 20. И мы читаем об этом произошествии с 7 стиха и ниже, что произошло здесь. Евангелист Лука, написавший книгу «Деяния апостолов», рассказывает очень интересно, учитывая определенные элементы этого события. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. Довольно-таки долгое выступление Павла перед общиною. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный, упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Давайте мы увидим несколько моментов интересных. Вопрос номер один. Почему произошло это падение? Ну, вы скажете, текст дает нам ответ, достаточно ясно. Он был сонным, уснул, потому и упал. Да, на самом деле он уснул. Но это очень легкий ответ. И поверхностный, можно сказать. Тот факт, что он уснул, это внешний фактор. Да, можно было увидеть, что он уснул. Можно было даже увидеть, как он засыпал. Можно было заметить. Просто не было кому это сделать. И, возможно, он там не был один, а слева и справа, и ниже еще были люди. Да, внешний фактор гласит так, что он уснул и потому упал. Можно было увидеть, как он засыпал, можно было увидеть, как он падал, и можно было уже увидеть, как он лежит мертвым, этот молодой человек. Очень часто мы думаем, а почему человек ушел из церкви? Ну, легко сказать, потому что он курит. Или потому, что он там нарушил заповедь какую-то. Или потому, что он поступает вот так или не так. То, что мы увидели. И это внешний фактор, и, возможно, мы правы. Однако это последствия. Есть другие причины, которые ведут к человеку к этим делам. Написано, что вот здесь, в этой ситуации, когда апостол долго говорил, молодой человек сидел на окне. Вообще на окне это интересно. На окне это в здании или это вне его? Или на окне это и в здании, и на улице? Наверное, этот образ очень подходит нашей молодежи, которая находится с нами, но и не с нами. Которая находится на пороге церковной двери. И вроде бы они с нами, и вроде бы они и не с нами. И вот находясь вот на этом пороге, интересно, куда же он пойдет, в или вне? Сидя там у окна, интересно, а куда же он дальше пойдет, на улицу или останется здесь в церкви? Павел долго говорил, молодой человек заснул. Но спать — это не означает упасть и умереть. Можно было спать на первом этаже. Можно было спать непосредственно перед Павлом. Я думаю, что там были такие, кто спал, находясь чуть ниже. Но он оказался достаточно далеко. Интересно наблюдать, как молодые люди сегодня, когда заходят в церковь, где они садятся. Они садятся в дальнем углу, на последних рядах, на балконе, подальше. Почему так происходит? Потому что
есть четкий ясный сигнал, что там ваше место, или потому что они не вовлечены в богослужение, и они там находятся, или это уже такой сложившийся закон и правило в церкви, что те, кто облечен властью, они там, поближе к кафедре, а те, кто помоложе, они далеко, а дети совсем где-то там в подвале или на первом этаже. Хотел бы несколько моментов отметить из того, что происходит здесь, из того, что отмечает Лука. Первая проблема. Павел говорил очень долго. Иногда мы обвиняем детей, почему они рисуют в церкви, или почему они шумят, но очень мало думаем о том, а как долго мы говорим. Елена Уайт писала об этом, чтобы как можно короче. Вторая проблема. Он здесь заявляет о том, что молодой человек заснул, но никто это не обнаружил. Конечно же, уже были поставлены диаконы. Те, кто должны были надзирать и замечать, а что происходит с одним, с другим и пятым. Тем более, что зал был переполнен, и тем более, что некоторые сидели на опасных местах. Почему не нашлось никого, кто бы заметил, как молодой человек засыпал? Ведь это же не случилось за 2 секунды. Возможно, он боролся со своим сном, и этому падению предшествовало это желание слушать, а вместе с тем и усталость от того, что он так долго слушал. Еще что отмечает евангелист Лука, что много светильников горело в этой комнате. И, возможно, он отмечает не для того, чтобы сказать, что очень светло было и тяжело было уснуть, а от того, что много светильников, то их дым, запах масла и большое количество людей делало неприятным или тяжелым запах в этой комнате. И это тоже было или способствовало тому, что в комнате было достаточно душно. И последняя проблема, что молодой человек не выстоял против всех тех препятствий и заснул. После падения. Интересно, что здесь отмечает евангелист следующий момент. Что делает апостол Павел после того, как он упал? Что делать нам с вами, как церкви, если молодые люди упали и разбились намертво? Если дети и подростки, посещающие церковь, упали и разбились намертво? Конечно, вы понимаете, что я говорю в переносном смысле, и это падение не что иное, как духовное отступление, охладевание или усталость от той скучности, которая присутствует в церкви. Буквально несколько дней тому назад одна из моих дочерей подошла ко мне с таким заявлением, которое мне не было приятно. Она мне сказала: «Папа, мне скучно на этих богослужениях. Почему они неинтересные? Почему говорят об одном и том же? Я хочу услышать интересную проповедь. Я хочу посетить интересное богослужение». И вы знаете, для меня это очень серьезный вызов. И для каждой общины это серьезный вызов. А интересно ли тем, кто нас слушает? Создали ли мы комфортную обстановку, светлую, приятную? Можем ли мы привнести молодость и детство в наше богослужение, чтобы каждый молодой человек и каждый ребенок смог бы найти в этих служениях ответ на свои нужды? Чтобы не уснули наши дети и не упали, и не разбились. Чтобы не уснула молодежь наша и не разбилась. Что для этого нужно сделать? Что мы можем сделать сегодня для спасения наших детей? И вот заметьте, что происходит дальше. После всех неблагоприятных факторов, после всех провальных, скажем, действий диаконов, Павла и всех, кто участвовал на этом служении, после смерти этого молодого человека, написано: «Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: не тревожьтесь, ибо душа его в нем. Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета и потом вышел». Интересно, Павел говорил до полуночи, достаточно долго, молодой человек умер. После Павел сошел к молодому человеку, но дальше говорил до рассвета, то есть тоже очень долго, но уже никто не умер.
Что находится между этими двумя долгими выступлениями? Находится действие Павла. Он мог сказать, там стоять, где он был, находился, и сказать, что давайте, диаконы, вызывайте врача, займитесь молодым человеком, выносите его, дать указания и дальше выступать, неся очень важную, серьезную весть. Тем более, что речь шла о очень серьезной теме преломления хлеба, вина, воспоминания страданий Спасителя. Но нет, Павел остановился. Написано, что он пал на этого человека молодого и обнял его. Пал и обнял. О чем это говорит вам? Павел обнял молодого человека. Павел оставил всех и все, чтобы уделить внимание этому молодому человеку. И мы читаем, что происходит чудо. Тот, о ком сказали, что мертв, сейчас оживает. Дорогие братья и сестры, сегодня мы говорим с вами о молодежи, уходящей из церкви. И сегодня говорим мы о церкви, позволяющей молодежи уходить из церкви. Одним из самых главных элементов — это общение нас, служителей, молодых людей с молодыми людьми. Это общение церкви с молодыми людьми. Это внимание, которое мы уделяем или не уделяем. И вот здесь очень важный вопрос, а готова ли сегодня церковь склониться и обнять каждого ребенка и каждого молодого человека? Готов ли ты сегодня сделать со своей стороны то, чтобы способствовать воскрешению умерших и ушедших из церкви молодых людей? Ведь каждый человек, каждый молодой человек и каждый ребенок, он ожидает этого объятия, которое воскрешает его для жизни с Богом. Апостол Павел оставил всех и все и склонился, чтобы обнять этого молодого человека. И заметьте, что происходит. Мы же знаем с вами, что Лука был врачом. Поэтому он дальше, после этого объятия и после этой молитвы Павла, он указывает на очень важный момент. «Между тем отрока привели живого и немало утешились». То есть вначале он где-то там сидел на окне, между церковью и миром. Ему было очень неинтересно, почему он и уснул. В церкви было некрасиво и душно, потому ему было тяжело дышать. Тот, кто говорил, о нем не думал, его не видел перед собою. И те, кто слушали, тоже не видели. И он умер там, среди них. Очень интересно. Ведь мы все с вами говорим о спасении. И там, где говорилось о спасении, погибает молодой человек. И в церкви, где мы говорим, что нужно спасать этот мир, и мы спасаем, спасаем и спасаем, и в конце мы заявляем, что 70% молодежи ушло из церкви. Так мы спасаем или мы убиваем? Так мы помогаем или мы уничтожаем? Так мы что делаем? Это вопрос очень важный. Но Лука сообщает, что эта же церковь и этот же пастор Павел, который выступал, меняет свои действия. И после того, когда они обняли молодого человека, когда они помогли молодому человеку, написано, что он восстановился, и чуть позже его привели живого. И написано, что все немало утешились. Тот, кто стоял на третьем этаже и упал, сейчас находится в центре христианской общины. Сейчас каждый его знает уже. Каждый узнал имя его. Каждый узнал, кто он, откуда он, что он. Каждый переживал о нем, каждый молился о нем. И чуть позже этот молодой человек становится центром этой церковной общины или радости этой церковной общины. Нам очень важно думать об этом. Нам очень важно переживать об этом. И поэтому та община, которая вложит свою любовь в детей и в молодежь, она обязательно получит свой результат. Давайте мы сегодня спросим несколько очень важных вопросов себе. Какое место занимают молодежь и дети в жизни моей церкви сегодня? Кто занимается сегодня молодежью и детьми? Есть ли у нас качественные лидеры и наставники для молодежи? Давайте мы спросим себя, а сколько времени наша община посвящает молодежи? Сколько
выпала в этот год из окна нашей церкви, молодежи, и разбилась. И что можем сделать мы для того, чтобы их воскресить? Когда мы читаем притчу о блудном сыне, мы видим, что пока он был молодым, все было отлично, он был в доме отца, а как повзрослел, то он ушел. Ушел далеко. Но чуть позже мы замечаем, что отец в этой притче, представленный очень серьезный человек, образ Бога, отказывается от этой взрослости и становится немножко ребенком. И когда видит своего сына вдали возвращающегося, бежит по отношению, навстречу к нему. И мы читаем культурные контексты, что да, нельзя было оголять ног своих, нельзя было бежать так столь уважаемому человеку, нельзя было вести себя так, но он ведет себя так, потому что он хочет, чтобы блудный сын вернулся. И мы говорим, что блудный сын стал взрослым, но чуть позже написано в Евангелии, что он вспомнил детство в доме отца. Взрослый вспомнил детство и вернулся в церковь. А взрослый отец стал ребенком и с радостью бежал навстречу к сыну. Но в этой истории есть один человек, кто так и не смог вернуться в детство. Это старший брат. Написано, что он не был рад тому, что вернулся его брат. В нем не нашлось этого счастья, этой радости, этой открытости для того, чтобы встретить своего младшего брата. Он продолжал оставаться взрослым, серьезным человеком. Сегодня Христос приглашает нас быть как дети. Карл Маркс, известный противник христианства, пишет интересные слова. «Мы должны быть благодарны христианской религии за то, что она научила нас любить детей». Интересные слова. Христос учит нас любить детей. Христос привносит в эту серьезность детство, в эту взрослость. И Он хочет, чтобы церковь, она была вот настолько гармоничной, чтобы в ней находило место каждое создание, каждый человек, и ребенок, и молодой человек, и взрослый. Я хотел бы, чтобы каждая община в этом месяце, когда молодые люди всего мира активно вовлекаются в служение, когда они участвуют в молитвенной неделе, чтобы сегодня мы снова вместе молились о том, чтобы наши молодые люди нашли свое место в Церкви Божьей, чтобы наши молодые люди не падали с окон и не разбивались, чтобы наши молодые люди могли бы понять, что Церковь — это самый лучший дом, место, где все ждут, место, где ожидают и где принимают с любовью, чтобы молодые люди могли бы почувствовать теплоту общины. Сегодня каждый молодой человек желает вовлечься в служение, но не знает, как это сделать. Поэтому помогите вашим детям, вашей молодежи, чтобы они нашли свое место в Доме Божьем. Склонитесь над ними, обнимите их и дайте им возможность, чтобы они проявили свою любовь к Богу. Пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы наши церкви могли бы переосмыслить свое служение, переосмыслить свою жизнь церковную, и чтобы даже те общины, которые сегодня не имеют детей и молодежи, могли бы наполниться ими. Это возможно. Это случится сразу, как только вы будете готовы обнять молодых людей. Пусть Господь благословит каждого из нас, и пусть небесные ангелы, пусть Дух Святой вдохновляет нас нести эту светлость в жизнь современного поколения. Пусть Господь поможет каждому из нас. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Вечный и любящий Господь наш, Отец наш Небесный, Тебя славим и величаем за то, что Ты оставил небо и сошел на эту землю, как ребенок. Прожил детство, юность, и Ты, Господи, старался внести в жизнь взрослых людей это детство, чтобы они могли бы довериться Тебе, как малое дитя доверяется отцу и матери. Благослови, Господи, и наши церкви сегодня. К большому сожалению, очень много молодых людей
падают и разбиваются прямо на виду у всей общины и погибают на глазах наших. Но сегодня очень небесный. Мы желаем, чтобы каждая церковь переосмыслила, каждый отец и мать могли бы переосмыслить свое отношение к детям и к молодежи, и чтобы мы могли бы, оставив все, стать способными обнять и передать нашу любовь и наше тепло тем, кто пострадал. Пострадал в церкви из-за церкви. Отче Небесный, помоги, чтобы эта неделя молодежного служения могла бы сплотить молодых людей, чтобы каждая община могла бы возродиться, и во время молитвенной недели молодежи адвентистской во всем мире Дух Твой Святой обильно бы коснулся каждого молодого человека. Во имя Иисуса молим. Аминь. Сохрани.